Итак, друзья, мы теперь в центре Лоре-де-Мара. Вот такая у них тут мейн-стрит, такая взлеточка. Набережная, сейчас мы по ней прогуляемся. На русском? Основанный, ох, 1067 году. Что, здесь уже в то время уже даже русские были, да? Написано в 64-м году, круто. Да, Лен, слушай, красиво. Это центральная улица такая, да, здесь? Нет, это не центральная улица, сейчас покажу тебе центральную улицу. Так, улочки. Сейчас пройдем, улочки города. Такие. Угу. Здесь, наверное, всякие дискотечки есть, да? Да. Угу. Тут чисто такая красивая церковь, называется Сан-Роман. Угу. Святой Роман. Сейчас покажу тебе эту церковь, там так все из мозаики выложено, тоже красиво. Угу. Вот... Здесь церковь открыта, можно туда зайти. Угу. Смотреть, ну, в принципе, сюда, по-моему, открыто. Кстати, ну, да. Здесь даже русская церковь. Русская? Да. Ну, наши ортодоксы. Ага. Они-то католики, а мы ортодоксы. Золото не годит. Ой, золото уже тут, да. Шмотки, вещи. Кафешечки работают. Нормально. Ну, потом пойдем с тобой сядем в бар в один. Угу. Там дают закуски бесплатно. Пиво. Да? Да. Ну, все, отлично. Два места. Попробуем. Один рыбный, а другой такой мясной. А-а-а. Мы уже сначала в рыбном. По тапе. А, тапосы, да? По тапосу? А, ну классно. Это бесплатная закусочка. Угу. А потом ой, пойдем в магазин. Мясо. Это какой-то Палоу, что такой магазин такой интересный? Это Палоу называется, да, супермеркад? Я первый раз его вижу, такой магазинчик. Какой-то новый, да? Наверное. Здесь же в каждом регионе отличаются. Да, потому что, какие я видел в Сан-Себастьяне, здесь черт-маркета нету. О, какие цены, ребята. Смотрите, по 5 евро, по 3 евро. Ну, какие цены есть он. Распродажа 4 евро. Ага. Да ну. Вот видите, маечка 3 евро. Кстати, хорошая маечка такая. 3 евро, да? Слушай, я бы маечку, наверное, купил бы. Ну ладно, потом все это. 3 евро, хорошие маечки, такие цены. Ну я тоже думаю, что это такое чисто так. За 3 евро, да? Одноразовые? Ну да. Слушай, а вот многоразовые. Смотри, там Луи Витон, а это прям за снимки. Луи Витон. Луи Витон. Ой, ну прям дорого-богато, да? Ну да, ну как, какие кофточки, курточки, ёпарсы. Типа этот, называется. С чемоданчиком все сразу, круто. Испания, да, на подделке. На подделке? Лиха, лиха, да. Пакистанцы, африканцы, есть вообще подделка. Ты сел какой-то пакистанский магазин. Марокканский, пакистанский. А, понял, понял. У них вот это ширпотреб такой висит. Тут все, пожалуйста, про Барселону тебе. О, Барселону, да. Барселону, да. Рыжики. Угу. Слушай, все закрыто получается какие-то. Ну да, это все в основном локали такие, которые открывают только летом. Только летом, да? О, да. Тапос. Пизза какая-то, тапос, пизза. На местного покупателя это не надо. Ну да, местным только туристам. Но в это лето много народу было? Очень много ресторанов работают только летом, а на зиму закрываются. Ага. Кстати, вот здесь тату такие популярные почему-то все делают. Что там популярно? Да, татушки. Ну так модно у них здесь. Модно? Я тут зашел в спортзал. Там прям вообще все в топу. Опа, да, интересный, слушай, дорогие. Это что-то такое, я думаю, какие-то памятники, что ли, да? Или что? Ну, это типа такая статуэточка, видишь, с фотографией ребенка можно на память, может, свадебная там. Собачку даже, смотри, свою, видишь, вот можно сделать. А, собачку. Кого только нет, вот собачки. Да, 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 да. Ну, прикольные такие. Вау, вау. Блин, что только, какой только, извини, я это все называю, этот, как называется, магазин ненужных товаров. Вот это все называю, блин. Не, знаешь, что ненужные товары всегда кому-то нужны почему-то. Ну, вот всякие сувениры, да, просто я уже давно никакие сувениры никому не покупаю, поэтому, конечно, мне это все хэмис пахнет. Какая-то марка какая-то крутая. Тоже хочу такую палку.
Угу. Такой? А, ты, нет, ну такую палку, может быть, не стоит. Тебе просто надо простую палку, она стоит 10 евро. Не, ну у меня такие простые такая палки есть. Простая, которая? Это для селфи, помнишь? Да, да, да. У меня есть две штуки. Угу. Но они такие левые, если телефон падает. А, ну понятно. Нет, это у меня такая, ну она 70 евро стоит. Это стадикам называется. О, вкусное мороженое. Ну-ка сейчас. Сейчас с ними тут такое идут. Вкусняцкое мороженое. Он мне нравится, фисташковое классное. Фисташковое. Да, вот стоит оно где-то, он 3,70 стоит. А, нет, вот. Вот, ребят, цена мороженого вот такая вот. Смотрите, рожочек 2,40. Такие цены на мороженое. Кафешки. А, этот красавчик. О, hello. Какие тут девчонки-то. Слушай, это китаянки или латинки? Латинки, да? У тебя подружки латинки есть там? Нет. Почему так? Как так? Ну, я не могу, у меня другой, у нас разный менталитет, разный взгляд на жизнь, я не могу, мне интересно с ними. У тебя же испанский идеальный, поэтому... Не идеальный, но мне не нравится. Не нравится? Такие здесь улочки прикольные. Смотрите, какие вот дорогие уже магазинчики, вообще с дорогой одеждой, качественные. А испанки у тебя есть подружки? А вот это вот табачка, здесь продают магазин табака. А, здесь сигареты, здесь, да? Здесь не как в России, в магазине продуктовом ты не можешь купить табак, только специальные магазины и марок машин. А вот церковь вот Сан-Роман, смотри. Сан-Роман, да, ну красивый такой, да, ух ты. Вот это святые, там, вот. Ага. А, вот видишь, вот это черная Мадонна. Вот эта женщина, она даже вот это, да, черная Мадонна? Она находится на Монсеррат. А, на Монсеррат, это Барселона, да, там? Да. Понятно. Ну, симпатичненько. Угу. Смотри, у меня даже на заставке. Да? Ух ты, это где это? Да, Черная Мадонна. Это я сделала в монастыре в этом. А, в монастыре, понял. На Монсеррате ездила. Угу. Вот. Здесь здесь называется, эта церковь называется Святого Романа. А, Святого Романа. Ой, сколько тут всяких вкусняшек-то. Сейчас. Угу. О, да, вот это вообще красота прям такое. Симпатичненько. Очень даже. Угу. Вот сейчас мы выходим в центр, это центральная улица. Здесь, да? Да, здесь там все магазинчики, там ларчики. Вот церковь, вот как смотрится с ними, вот как она, какая она была. Вот ее отреставрировали, была в таком виде. А, давно уже, да? Да. Иглесиас Парокиаль де Санта Рома де Юре. Да, да. Вот эта церковь. А, здесь даже открыто, да? Да. Вау, вон, друзья, как это здесь красиво. А сюда заходишь, вот исход, там Иисус Христос распятый. Там можно свечку поставить сюда. Понял. Тут католическая. У них церкви такие, они садятся здесь на лавочки и молятся. И все, да? У нас стоят, здесь сидят. Понятно, понятно. У них даже такой прикол у испанцев. Говорит, вам говорит, русским нравится мучиться, вы даже церковь, говорит, стоите. Ну да, да, да. Здесь долго стоят там, да? Точно, точно. А, здесь кого-то ждут? А, вот там дети, наверное, так занимаются. Дети? Ага. Да, детей забирают. Вот эта церковь сам Рома. Ну, красивая такая. Красивая такая церковь. Так еще все. А, какие симпатичники. Ага. Вау. Ага. Прикольные такие. Кстати, штучки, дрючки. Все, блин, пойдем, тут шумно. Дети? Дети, да. А, вот здесь такие улочки пошли, да, получается? Да. Пойдем. Сейчас мы видим центральную улицу. Вот это ресторан, я ем устрицы. Да? Устрицы. Да. Понятно. У меня, по-моему, после того раза что-то это, я объелась. Ясно, ясно. Не хватило. Я на понял. Всю жизнь. Да, да, да. Ух ты, как красиво здесь. О, ребята, да, какая, да, тут вообще. Любушки, любушки такие, да? Да, да, да. Вау, вау. Ты можешь с собой купить и отвезти домой кушать. Ага. Котлетки разные, да, такие? Да, да. Вкусно. Вот эта центральная улица, да, здесь получается? Угу. Мех один, да, прям вот богато все, да? Обогреватели. Люди сидят, они потом лето греются, да? Включают, да, и тепло. Да. Вот, смотри, как это все, да, уже вечером. Вечером надо еще пройти, потому что уже тут вечером. Огоньки. Понял. Видишь, тут красиво всякие, угу. Эти повесили. Пойдем туда. Потому что туда, если там пляж, понял? Понял, понял. Мэрия называется Аютаменто. Ага, мэрия Аютаменто, понял.
Да, вон какие-то тулочки красивые прям. Смотри, Демар, симпатичный очень. Бордель. Очень даже красиво все. Все работает. Погодка классная. Я вот тут делаю, варюсь, это мой магазин любимый. О, красивый, это сток, да? Да. Ну, это такое, это недорогое, но нормальное, знаешь? Это мужское, женское. Народу прям очень много, даже и суббота. Да. Это центральная такая. Бенетон. Бенетон красивый, да. А, все, да? Кто-то не так шудур. Здесь тут что-то интересное. Посмотрите. Да ну ладно. Еще. Марочная она прям. Марочная, да, по 60 евро. Уже там, ну, знаешь, да, которая уже там 3 года лежит на складе. Уже там из моды, знаешь, как говорится, вышло. И уже там ее за копейки продают, да? Да. Чтоб только забрали. Да, да, да. А тут какой-нибудь русский ресторан кипить. Русские рестораны? Да. Раньше были. Ну, вот есть армянский. А, армянский. Ну, помню, были. Столовый грузинский русские был. Русские были, их закрыли. И даже дискотека есть СССР. Сейчас туда выйдем, я тебе покажу. Да? Дискотека СССР? Да, называется СССР. О, как классно. Ну, раньше она хозяина. Она работает сегодня? Хозяина. Да, я думаю, что она работает по выходным. По выходным? Все, и субботка, да? Да. Как это можно зайти потусоваться туда? Ну, типа да. Типа, да? Ну, она ночная, наверное, да? Ну, конечно. Понятно. Он как красиво оформлен здесь. Да, да, да. Вот такие развилки здесь. Бамос, бамос. Бамонос, да? Бамос. Бамонос. А вот в идеале ты стал говорить на испанском через сколько лет? Через годик уже? Или через два? 4 месяца уже говорили. 4. А хорошо ли? Когда ты плотно общаешься только с испанцами, ты быстро... Быстро научишься, да? Учишься, да. Ну, тем более, я, во-первых, я еще прям молодая, что приехала 20 лет, знаешь. Ну, 20 лет, слушай. Мозги были свежие. Свежие? Не испорченные, да? Нет, еще. А сейчас уже испорченные? Нет, сейчас не испорченные, сейчас подпорченные. Подпорченные? Да, Европа развратила. А, слушай, кто же да, подпортил тебе мозги? Так, ну что, мы идем... Так, а что, это конец, да? Там все заканчивается, это улица. Пойдем, я тебя отведу в барчик. Угу. Где там вкусный тапос, да? Или давай, знаешь, что сначала? Мы пойдем, сейчас выйдем туда. Я тебе покажу, сказать, какой-то СССР, там центральная библиотека. Ага. Там за 70-ю площадь, и мы уже потом сядем и послушаем. Хорошо, хорошо, отлично. Угу. Классно. Так кто же постарался испортить? Да никто, я никто? Так пошутила. Все пошутил? Нормально у меня с мозгами. Я учусь постоянно, я развиваюсь. А на кого учишься? Лена, на кого учишься? Я учусь там на помощнице медсестры, с которой помощи работать могу. Капельницу поставить. Капельницу вот поставить? Человека могу спасти. Слушай, здесь нам дорого ставить капельницу поставить. А, дыхание? Реанимацию сердца могу сделать, адреналин колоть. Выучился на бухгалтера здесь тоже.
Ого, бухгалтера. И сейчас хочу выучиться на, пойду в январе учиться на эстетиста красоты. Эстетиста красоты? Там будет, да, с аппаратной косметикой. Бьюти, да? Да, бьюти. Вот бьюти. Этот барчик, где потом мы будем сидеть. А здесь, смотри, детская площадка, все для детей. Тут карусельки, в этом барчике будем сидеть. И сделают бесплатные закуски. И тут даже, кстати, можешь покушать, это недорого. Очень вкусно готовят. Все, все понятно. Ну ладно, сейчас. Людям, может, интересно. Красиво тут, да. Ты приедешь, чтобы знали. Дойти, покушать вкусно. Далеко еще, нет? А? Далеко? Ну, нет, далеко, сейчас выйдем уже. Две минутки. Ну, такой центр хороший, большой прям. А баланс симпатичнее, чем Ларет, или нет? Нет, мне баланс не нравится. Не нравится? Во-первых, там горность такая, подъемы, спуски, подъемы, спуски. Ну, тут до него чуть-чуть доехать, да, до баланса, ну, получается? Да, 5 минут в машине. А, вот, кстати, платный паркинг, да? Да. И тоже сколько стоит, интересно? Это прям паркинг. Да. Уже какой ценник, интересно узнать. Можно, кстати, узнать. Угу, посмотрим. Или здесь нет такого? А, вот ценники, да? Да. 2.40 час, да? А в ночь? 24 евро за ночь, за день. За день. А в ночь? На ночь есть поставить. Сколько интересно? Не показано там? Ну вот за ночь стоит 24 евро, короче, и сутки. Сутки, ну это дорого, конечно. 24 евро, да? Вот 10 минут 40 центов. Ого. 1 минута 4 цента. 1 минута 4 цента, прикольно. 1 час 2.40. Час 2.40, слушай, не дешевый паркинг такой. Это сейчас так, да? Даже сейчас? Да. Или сейчас он уже бесплатный? Нет, все платно. Платный разве? Может, он бесплатный уже? Нет. Ну, сутки 24, может, ночью стоит там евро в 5. А здесь, на вот этот рыбный барчик, ну, он сегодня, видишь, закрыт. Ха-ха. Потому что никуда не стоит. Рыбный барчик. Понял. Нерентабельно, наверное. Ага. Сейчас мы выйдем к центру, такой центральной дороги, где все барчики, вот эти дискотеки. Угу. Здесь в основном молодежь зажигает, особенно летом, приезжает очень много французов, молодых, автобусы прям. Автобусы даже, да? Да, прям автобус молодых ребят, девчонок. Ага. Ну, у них там специальные, в Европе здесь так, знаешь, принято, когда школу заканчивают, там, да, выпускают, ну, там, последние классы, там уже, когда у них в университете, где-то в институтах учатся. Они потом на лето, как бы, организация ищет им такие путевки дешевые. Родители оплачивают. И, допустим, моего сына на Новый год, каникулы, они ездили во Францию на лыжах кататься. На лыжах? Ой, классно. Да, ну, все, оплачивают родители, все. Ну, они там делают скидку, конечно, там, отель, там, питание. Ну, вот, пойдем сюда, смотри. Слушай, а какой-то бар крутой, что ли, да, Тропикс? Это дискотека. А, дискотека, она ночная? Это дискотеки, да. Там Статуя Свободы. Видишь, сейчас Статуя Свободы? Ага, да, красивая, это американская такая, да? Так, тут такой центряк прям. Центряк такой здесь. А, у них, кстати, аптека на русском. Аптека на русском, да, прям? Там даже девочка на русском работает. А, здесь, в общем, русскоязычные все есть. Да, да. Понятно, круто. Так. Лампочка, ночью тут зажигается, так красиво смотрится. А, красиво здесь. Да. Ну да, здесь. Вечером погуляемся, посмотришь, как в огнях все. Хорошо, хорошо. Город ночью оживляется по-другому. Угу. Тут есть такой развратный... Ларет де Мар, развратный есть такой? Да? Развратный. Развратный? Да. Что здесь ночью происходит? Я думаю, что разврат хватает. Хватает? Я думаю, что да. Везде? Тем более ничего не запрещено. А, да, все, да. Все можно. Так что я думаю, что люди этим пользуются прям на 100%. Ясно, даже ясно. На 150 иногда. На 150? Да. Это центральная библиотека. Ага. Лорет, а вот Лорет де Мар написано, да? Смотри, где пальмы. Да, очень пальмовые красиво. Пальмовые рощи попали мы. Пальмовые рощи, вау. Лорет де Мар. Ага, Лорет де Мар, вау. Ага, вот. Гала из СССР. Друзья, вот дискотека СССР. Раньше там собирались все русские. Ну, потом уже перестало все это. Перестало? А да. Сейчас нет уже, да? Сейчас уже взял хозяин, по-моему, аргентинец. А, перекупил, да? Да, и... Угу. Ну вот, такой Лорет де Мар. Там уже все. Пляж, где мы были с тобой только что. Отличненько, все.
Итак, друзья, всем хорошего дня. Всем пока-пока.